подразумевает, какие дырки между группами. Потому что надо менять там всю эту фигню, выносить одну, другую заносить. Никуда от этого не денешься. Зато одним махом видите всех, и причем с кайфом. Вообще на Вудстоке, знаешь, кто знает, что такое Вудсток? Пару человек есть. На Вудстоке лил такой дождь, что сейчас считайте, что просто солнце пляжный вариант. Единственное, что не прислоняйтесь к камню, застудьте придатки. И вообще склонитесь поближе, грейте телами друг друга. По возможности. Пиво есть? Нет! Как? Вчера. Опять нет, и вчера не было. Что происходит? Вы хоть с собой взяли? Нет! Я не понимаю, куда вы пришли? Иди на пиво. Значит, пиво и покурить надо было взять с собой и поделиться с товарищами. Набираю. Кто взял, поделитесь. А далее очень люблю. Значит, рок-н-ролл, я должен сказать, сегодня будет разный, а вообще существует разный. И есть какой-то такой, который вот песенно понятный, с любым драйвом. А сейчас будет группа, которая, как бы, ее рабочее название такое, называется... Смерть по псе. И вы поймете, по какой причине. Ну реально называется «Ночной проспект». Это Леша Борисов, который просто всегда переворачивал. Все ожидают, сейчас он будет вам ля-ля-тру-ля-ля самоцвет, а он такой врезает, что вообще кто-то забывает, что это такое. Но, по большому счету, смерть Стасу Михайлову. Привет всем! Мы группа «Ночной проспект». Когда-то мы начинали играть довольно интенсивно в «Зеленом театре» в центре Стаса Намина. Ну и сейчас специально для вас пару оптимистичных номеров. Первый называется «Радиоприемник». Thank you.
нужен просто.